Полчаса до встречи. Все стулья заняты, а народ продолжает прибывать. Пообщаться с режиссером-постановщиком фильма «Лед» Олегом Трофимом публика пришла разношерстная. Мы занимаемся медиацентром при университете. И операторская работа, режиссерская, фото, искусство – это все очень близко нам. Сюда интересно, с интересными людьми пообщаться. Интересно встретиться с режиссером. Сам фильм мы еще не смотрели, но слышали, что он очень интересный, и пришли познакомиться с творчеством. Очень бы хотелось пообщаться с режиссером, узнать, как вообще создавался он, откуда они брали идею. Ну и вообще, я сотрудник телевидения, и было бы, конечно, очень интересно узнать саму технологию. Те, кто кино занимается всерьез, вопросы подготовили заранее. Константин Селезнев как раз из таких. Камеру в руках держит, сколько себя помнит. Из телевизионного прошлого переходит в художественное будущее. Создал во Владивостоке кинопродюсерский центр «Не серое кино». И сейчас работает над первой полнометражной картиной «Смертельное желание». Но многое из большого кино для приморского энтузиаста пока непонятно. Я изначально готовил этот вопрос взаимодействия трех постановщиков. Фактически, вы встречаетесь, вы созваниваетесь, вы списываетесь, у вас это планерки, которые не входят в оплачиваемый период работы, или это у вас предпродакшн, который рассчитывается по отдельной смете? Все зависит от энтузиазма, и когда веришь в проект, когда, не знаю, есть вот это взаимопонимание и какое-то ощущение сразу, там, дружбы, тогда как бы уже, ну, там, то количество, нет какого-то количества времени, которое вы должны вместе проводить, все зависит от желания. На мастер-классе можно было пообщаться также с Денисом Фирстовым, оператором-постановщиком, обладателем приза за лучшую операторскую работу за фильм «Коллектор», и Артуром Мирзаяном, художником-постановщиком фильмов «Тайна печати дракона», «Путешествие в Китай», «Защитники» и «Ви-3D». Приморским любителям кино крупно повезло. Владивосток – единственный город, где организовали подобную встречу. Съемочная группа приехала во Владивосток на выбор натуры. То есть где-то в районе апреля у нас будут съемки нового фильма многосерийного для телеканала ТВ-3. И мы попросили членов съемочной группы, постановщиков, да, это художник-постановщик, оператор-постановщик и режиссер-постановщик, дать мастер-класс для наших местных кинематографистов, чтобы, ну, скажем так, они повышали свой профессиональный уровень. Сейчас, к слову, съемочная группа подбирает актеров для съемки в новой картине. Попытать судьбу можете и вы. Что мне сделать, чтобы вы сняли со мной фильм? Дружиться. Виктория Лобецкая, Дарья Орлова, Олег Бумиструк, «Панорама».